Тут эти машины вот по лесам, по дорогам ездят туда-сюда, сколько этих машин. А вы представляете, вот эти, вот они дороги и все истоптали, все, всю землю истоптали. Так они не топчат там и букашики, таракашики, лягушек, и зверей, и ежиков, и птиц. Сколько на дорогах, и все это мертвецы, все. Они вот эти все машины, всю природу уничтожают, все. Букашки переходят. Короче, в природе сейчас негде вообще. Кругом все машина, техника, везде, везде. А сейчас вот эти газокосилки. Вот люди дурные, я вот в городе как увидишь эти газокосилки. Они в масках таких, как черти какие-то такие, в очках таких здоровые. И косят эту траву, и косят, и косят. Вот делать человеку нечего. Да вообще эти газокосилки надо в задницу, кто вот этих выпускает газокосилки, в задницу им затолкать всеми. И убрать эту вообще технику. А то косит, косит. А там же травы, букашки, уже самое ценное. Дерьмо, короче, да. Кругом у нас. Все дерьмо, грязь.